Кости из Коломбо, столицы Шри-Ланки, приехали в Челябинск в рамках программы летней языковой школы. Знание русского языка им необходимо для работы в сфере туризма. Сейчас много людей, русские люди, поехали в Шри-Ланку. Почему я сейчас изучаю русский язык? Шанака уже владеет английским и немецким. У себя на родине юноша учится в русском центре. Тяжелее всего ему дается изучение грамматики и правильное произношение. На каждом занятии молодой человек заучивает чистоговорки. Ши-ши-ши, месяц мне пиши. Ши-ши-ши, из капусты варим ши. Чу-жу-чу-шу, овощи я поищу. Российским студентам есть даже смысл взять пример, потому что за все время ни разу не опоздали, всегда готово домашнее задание, очень старательные, добросовестные, трудолюбивые. Студенты из Азии признаются, что девушки в столице Южного Урала очень красивые, а молодые люди редко улыбаются. Есть хорошие люди, я очень люблю погоду, климат и условия. За время обучения у некоторых студентов даже появилась любимая песня. О боже, какой мужчина! Вам нравится эта песня? Да, очень нравится. Иностранные гости с нетерпением ждут заселения студентов в общежитие Юргу, с которыми они смогут пообщаться на русском языке и лучше узнать город.